Как правило, выбирая очки самостоятельно без помощи специалиста, мало кто задумывается, какими свойствами они обладают и способны ли обеспечить должную защиту глазам. Хотя данный вопрос чрезвычайно важен. Ультрафиолет, если глаза не защищены, поглощается хрусталиком и роговицей глаз. Часть поглощения выполняет сетчатка, а это негативно сказывается на здоровье глаз. Поэтому покупать солнцезащитные очки лучше в специализированных салонах после консультации с офтальмологом. Особенно это касается тех, кто нуждается в коррекции зрения. Благодаря новым инновациям людям с плохим зрением теперь можно приобрести солнцезащитные очки вместе с диоптриями, что очень удобно. В помещении, где мало яркого солнца, они меняют окраску линз и становятся прозрачными, помогая продуктивно работать с документами и компьютером. А на солнце они темнеют, проявляя защиту от всех видов вредных лучей. Такие очки можно заказать, предварительно измерив свой уровень зрения. Существует ряд линз, которые обладают затемнением разного рода, такие как янтарь, сапфир и аметист. Что это значит? Линзы являются фотохромом. Полное затемнение происходит на солнце. В помещении они светлые. В солнцезащитных очках важна каждая деталь. Материал, из которого сделаны линзы очков, влияет на их прозрачность, вес, прочность и стоимость. Это может быть стекло, полиуретан, поликарбонат или акрил. Достоинство стекла – отличная прозрачность и высокая устойчивость к появлению царапин. Полиуретан – прочный, прозрачный и легкий, а бюджетным вариантом будет поликарбонат. Форма очков также имеет значение. Тем, у кого узкое лицо, больше подойдет модель овальной или закругленной формы. Обладателям круглого лица лучше остановить свой выбор на очках квадратной или прямоугольной формы. Для людей овальной формы лица подойдут очки практически любой формы, особенно кошачьи глазки. На лице треугольной формы идеально будут смотреться очки авиатора. Очки любой формы вам с радостью подберут в оптике Смоленск-Десногорска, а также предложат медицинские оправы. Но очки – это не только летний атрибут, а еще и показатель стиля. Выбирая модные и качественные солнцезащитные очки, важно помнить: для глаз лучше нейтральный цвет линз. Степень защиты зависит от того, где и сколько планируете носить очки. Пластиковая оправа легче, металлическая выглядит дороже. Форма линз должна быть достаточно большой, чтобы закрывать глаза целиком. Берегите зрение и покупайте только качественные очки. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.